Всем привет! Приветствую на своем игровом канале. Игра Евротрак Симулятор 2. Версия игры 1.48. Обзор у нас сегодня будет модул полуприцепа Шмидт. Так вот, ребята, полуприцеп. Полуприцеп 16,5 метров. Можно приобрести в собственность его. Так, давайте мы его посмотрим. Ничего такого в нем нету. Обычный полуприцеп, одиночный прицеп, тип сцепки, кузов Шмидт. Так, по шасси Шмидт L16,5 метров, как я вам говорил, по покрасочкам, тут 4 покрасочки, белый скин вот такой вот есть. Пользовательский цвет здесь можно сделать любой цвет. Пользовательский цвет металлик. Также все красится. По аксессуарам ничего такого сверхъестественного нет. Полосочки тут меняются. Боковые юбочки можно поменять. Крылья. И задний брызговик сделать. Вот такой вот, ребята. Колеса тоже можно поменять. Ну, тут я поставил тонар Шмидт. Вот и вонная. Так вот. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит на у нас на тягаче. Я его уже купил. Сейчас посмотрим. Сколько он... Ну вот мы уже зацепили здесь. Вот так он выглядит. Да, прицепчик такой большой. Сколько он везет там груза? Мы сейчас посмотрим. Берет. Используйте собственный прицеп. Грузы берет по 24 тонны, есть грузы на него 19 тонн, 22, 22, 23, 23 тонны, 23, 24, 24, ну, в пределах где-то 24, 23 он берет груза. Газированная вода. Давайте возьмем газированную воду. 24 тонны. Пропустим погрузочку. Как-то он у меня получился задранный. Здесь как-то прижатый. Здесь он задранный. Ну вот, ребята, вот такой вот обзорчик на полуприцепчик был. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видео. Всем пока-пока. Удачи.